Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. Сегодня к нам на обзор попала гитара французской компании LAC, модель T70 ACE, форма Auditorium. Готовы? Поехали! Итак, прежде всего стоит отметить форму данного инструмента Auditorium. В отличие от своего собрата модели T70D, также электроакустики в форме Dreadnought, эта форма обладает более ярким, сбалансированным звучанием. Не случайно она становится столь популярной и востребованной. В отличие от Dreadnought, она не обладает такими басовыми глубокими частотами, а наоборот звучит супер ярко, супер звонко и сбалансированно. Именно поэтому, я считаю, эта форма настолько сейчас становится популярной. Ну и что касается удобства, этот инструмент намного удобнее держать, в отличие от Dreadnought. Вот он очень компактно чувствуется здесь в руке, и играть на нем действительно удобнее. Итак, расскажу немножко про материалы, из которых изготовлен данный инструмент. Верхняя дека сделана из массива ситхинской ели, что дает нам очень звонкое и яркое звучание, и обладает таким вот приятным матовым покрытием. Обечайка и задняя дека сделаны из сапеля, гриф сделан из тропической каи. Все эти материалы очень напоминают по своим свойствам привычные нам махагони, которые очень популярны и часто используются. Ну и накладка сделана из палисандра. Ну и вообще, глядя на этот инструмент, невозможно не испытать эстетическое наслаждение. Посмотрите только на эти точеные, изящные формы. Вот здесь, кстати, не сказал, очень красивая окантовочка черная идет по периметру всего корпуса. Также мне очень нравится вот этот вот рисунок вокруг розетки. Ну и даже такие мелочи, как колковая механика, порожки, верхние, нижние, и даже вот колышки. Все это сделано в одном стиле, в таком черном, я бы даже сказал, графитовом цвете. Такое вот внимание к мелочам определенно вызывает только одни положительные эмоции, поэтому если вам так же, как и мне, важен внешний вид инструмента, то определенно эта гитара заслуживает внимания. Итак, касательно системы звукоснятия, под бриджем у нас установлен стандартный пьезоэлемент. Вот здесь вот есть базовый заводской темброблок от LAC с ручкой громкости, трехполосным эквалайзером, индикатором заряда батарейки, также кнопкой, которая может разворачивать фазу, и встроенный тюнер, что очень удобно, если вы не используете мобильное приложение, сразу же у вас здесь есть свой тюнер. Теперь давайте послушаем, как звучит наша гитара в варианте с подключением. Сейчас мы не будем писать звук на микрофон, а просто послушаем, как у нас работает система звукоснятия.
Итак, это был наш обзор на гитару компании LAK, модель T70ACEN. Напишите в комментариях, как вам этот инструмент, понравился или нет. Возможно, кто-то из вас держал его в руках. Ну и, друзья, не забывайте, что этот и многие другие музыкальные инструменты вы можете приобрести в магазине Music Market. Ссылку конкретно на эту гитару я оставляю в описании. Ну и увидимся с вами уже в следующем видео. Всем хорошего дня. Пока!